Наступает ночь, и полицейский патруль выходит на охоту. Всем здорово, друзья, с вами спикер и полицейский патруль. И нам сегодня поможет Доджи справляться с преступностью Лос-Сантоса. Обалдеть, какие стекла, они реально зеркальные. Давненько я такого не видел. Так, получается, реально спутники, да? У нас там спутники. У нас тачка четырехместная, мы можем посадить преступника и отвезти его в тюрьму. Хотя, какого черта, мы плохой коп и будем только наказывать. Ну что, посмотрим, как у нас работает сирена. Нам выдали довольно... качественную машинку, а получается у нас передних сирен нету. Хорошо, мы отключим, выезжаем уже на трассу и посмотрим, кого сегодня поймаем. Так, ребята, дайте проеду. Так, ну что, диспетчер, что у нас сегодня есть? Посмотрим, выберем по списку и, наверное, поедем уже в пригороду. Диспетчер у нас угон автобуса. Ну, в принципе, неплохо. Посмотрим, как он справится, наш доджи, с этим преступником. Секундочку. А вот наш автобус. Включаем сирены и погнали. Ребята, нужна подмога, конечно. Автобус довольно крупный. Габаритный транспорт, и нужно как-то остановить его уже, бать. Ну, надеюсь, надо должен справиться. Машина вроде такая мощная, и, в принципе, можно даже просто заблокировать. Итак, полицейский патруль прижаться к обочине, чувак. Нет, не слушается, как и всегда. Берем шокер, и надо просто по колесам. Ох, неплохо. Но был прям в столб. Так, поворачивать направо. Тоже неплохо. Так, еще разок. Ох, точно выстрел. Можно спустить все колеса уже, и реально остановится. Сейчас прижмем к обочине. Нас уже прижали к обочине, походу. Давай в сторону. Прям по встречке. Нас уже потащили. А где моя подмога? Я, в принципе, вызывал. Ребята, где вы находитесь? Так, становится полицейский патруль. Чувак, остановись. Реально остановись. Ну-ка, возьмем уже. Прямо из камеры посмотрим. Ух, нас просто реально таранят. Так, походу, остановился. Так, выходим. Выходим скорее уже. Так, у нас, в принципе, есть дробовичок. У нас есть два дробовичка. У нас есть еще автомат. А ну, полицейский патруль. Чувак, выходи на месте. О, кишки, походу, реально послушался. Стой, стой на месте, стой на месте. Вытаскиваю свою черную задницу из автобуса. Так, возьмем уже по черному. Нормально, куда погнал? Так, я не понял, я вызвал подмогу, а ее нету. Ну, хорош, маленько пробежимся, хотя, какого черта, мы плохой коп, и я бегать не намерен. Не, слишком далеко. Хорошо, пробежимся. Ну, побежали дальше. Споткнулся. Нормально, прям по заднице. Ребята, где вы находитесь? Я вас вызывал, кажется. Руки в гору. Так, я вижу, подмога уже едет. Слишком поздно как-то. Я уже взял преступника, и можем посадить в тачку и отвезти его в тюрьму. Пускай его судят, и пускай что с ним хотят и делают. Окейшки, нормально. Ну что, пойдем со мной, я тебя посажу в тачку, и поедем дальше. Какой глубокий песочек-то у нас. Так, сколько у нас патронов? У нас не так уж много патронов. Надеюсь, сегодня не будет какой мафиози. И мы запросто справимся. Так, я не вижу нашей тачки. По идее, на карте должна была наша тачка. Ах, вот вижу. Нет, секундочку, это не моя. Прям за автобусом должна быть. Окейшки, вижу. Сейчас откроем двери и преступника посадим. Да, открываются двери. Но у нас там, кажется, слишком мало места. Какого черта? Пускай садится. Это преступник, и пускай радуется хоть так. Так, у нас получается сел. Ух, реально, у нас зеркало даже работает заднее. А вот у нас сзади, да, вижу, какие-то есть решетки. Так, ну что, можно отвезти преступника, в принципе, а можно и найти их уже другой. Так, у нас есть прогресс, но слишком далеко, я не буду слишком далеко ездить. У нас угон танка. Ну-ка, друг мой, погнали. Что сейчас будет? Даже не знаю, доджи против угон танка. И прям по курсу, он сделает развод, кажется. Разворот сделал, нормально, удачно. И погнал прям по трассе. У нас, в принципе, машина еще не поврежденная, я не хочу ее повреждать, и тем более уничтожать в начале нашей смены. Хорошо, вызываем патрульных машинок, надеюсь, ребята сами справятся. Ох, сколько патрульных! Просто реально навстречу едет, ну-ка посмотрим со стороны. Они едут навстречу, прямо навстречу танка. О, сейчас будет большой бабах. Ребята, ребят, нужно остановить как-то его. У нас нет РПГшки. О, вот это да! 3-4 тачки просто под ним, вот это жесть. Ребята, нужна уже вертушка. Это нужно дело освещать. Так, мы тоже выйдем. Как плохой куб. Что происходит? Нас маленько откинуло даже. Что происходит? Я на земельке, на асфальте. Где наша тачка? Где наша тачка? Я не вижу. Так, вижу. Это наша тачка. Это наша тачка. Нашу сбили. Тут какой-то уже переполох. Вызываем, наверное,
Так, код 2. Где наш код 3 уже? Скоро помощь. Оу, что происходит? Быстрей. Тачка горит. Тачка горит. Нет, наша тачка не горит. Наша тачка в порядке. Давай, друг, быстренько пересаживайся и по газам. Надеюсь, тачка будет в порядке. Сколько вертушек-то? Где наш турбоскринер? Долго слишком пересаживается. Ускорим. Это его ускорим. Наша тачка в порядке, реально. Жесть. Где танк? Танк прям по курсу где-то. Так, ребята, он стоит на месте. Коп бежит, тачки его на нету. Что происходит? Там вот еще чувак бежит. А преступник вон прям по курсу, он бросил танк. Может сесть в танк и просто взять, передавить его. Что он и заслуживает? Так, такого наш преступник где-то прям внизу. Эх, давай-ка вниз. Выходим из тачки, преступник вон прям по курсу. Так, что, выходим? Он, похоже, стоит на месте. Походу, одумался. Сейчас арестуем. Так, ну-ка, руки в гору. Руки в гору. Вот нормально. Он был на автобусе. Сейчас арестуем и поедем на следующий вызов. Так, окейшки арестовываем. У нас, по идее, уже два преступника в тачке, так что нужно будет отвезти, наверное, их. Хотя, какого черта? Мы просто возьмем и казним их. Мы плохой коп и не будем, конечно, никого отвозить мы. Давай уже в тачку. Открывается дверь. Ну-ка, чувак, подвинься. К тебе сядет еще один. Так, окейшки, уже стемнело, и сейчас будет самый эпик. Хорошо, поехали дальше, сирены включать не будем, мы посмотрим, что у нас диспетчер еще нам даст. Спокойно выезжаем, наша тачка даже не повредилась. Сколько взрывов было, а наша тачка хоть бы что. Хорошо, угон карты у нас это получается в городе. Диспетчер, нам что-то нужно другое. Так, я вижу угон автомобиля. Подтверждаем и погнали. Прям через горы, через холмы. Ну что, погнали. Сейчас будет жестко. Ребята, держитесь там на заднем сиденье. Так, и нужно, наверное, вертушкам. Черт, вот именно черт. Так, секундочку, нужна вертушка. Вызываем вертушку прямо по курсу. Алинета. Прямо по курсу преступник. Так, получается, какая-то деревушка. Это прям чимся. Так, прям в деревушке. И, кажется, и там два преступника. Ой, ты будешь, что-то интересно. Вижу одного преступника, второй преступник уходит. То есть они оба уходят. Так, нормально. Вот так собьем. Живой, конечно. Интересно, куда тебя посажем? Так, окейшки, погоди. Ну-ка, руки в гору, нормально. Так, одного взяли, вызываем, наверное, подмогу еще. Так, подмогу. Чувак, стой на месте. Стой на месте, пока я не достал дробовик. Я уже достал, походу, его. Давай, руки в гору. Взял бы, тебя казнил, пока что никого не видит. Так, он уходит. Он реально уходит прямо по трассе, кажется, уже на автомобиле. Давай, быстренько, руки в гору, я код 2 вызываю, и тебя заберут. Да черт возьми, давай-ка быстрее. Нет, кажется, его уже берут его. Прямо на дороге. Сейчас подъедем, разберемся, конечно. Хотя у нас там копов очень много, и они сами справятся. Так, окейшки, мы тебя арестовали. Наверное, код 2, и тебе транспорт для преступника. Так, погнали дальше. Вас понял, диспетчер, все без проблем. Мы все взяли и поехали дальше. Что у нас есть еще? Ах, у нас прям перед нами есть вызов. Ну хорошо, подтверждаем, погнали. Прям через холмик. Как у нас темнело-то? Так, где-то нужно спускаться здесь. Спустимся аккуратно. Я, правда, ничего не вижу. А нет, вижу. Он чуть подальше находится. Эх, давай-ка прибавим скорость. Мне кажется, тут холмик, и будет довольно эпично смотреться. Если прям с холмика. Хо-хо-хо-хо. Как красиво смотрится, особенно со стороны. Нормально. Нормалек. Спокойно стал бы, и все-таки не вписались. Ну что, погнали, наверное, никого вызывать не будем, и сами справимся. Мы довольно уже обычный коп, и наша тачка маленько повредилась. Даже не вижу, уже освещения никакого нет. Так, вертушка над тюрьмой, это то, что нужно. Так, ну что, наверное, шокер, хотя какой шокер, нужно взять перестрелку. Там, по идее, нет никакой перестрелки, но мы все-таки откроем уже огонь. Потому что преступник, кажется, военный, и у него точно есть оружие. Так, я открываю уже огонь, и реально в него. Но не пытаюсь попасть. Может, хотя и с одного выстрела попасть. Эх, секундочку, нормально промчались. Ох, с одного выстрела. Ох, как он вписался. Нормально. Красиво получилось. Хорошо, вызываем, наверное, скорую помощь. Ребят стоят так смотрят, думают, что происходит. Хорошо, погнали дальше. Что у нас есть здесь, Петер? Надо другое задание. Ох, прогрессик прямо перед нами. Прямо по ту сторону. Там уже копы работают. Ну-ка, погнали. Да, конечно, жалко, у нас сирена не работает. Передние, боковые, есть такая даже тачка, где боковые сирены. Очень красиво смотрятся, но мы играем за плохого копа, и поэтому берем тачки без верхних сирен. Кажется, едет прямо на нас. Мы тоже едем на него, мы тоже не сдрейфим, и... Жесть, ну в реальной жизни такого на рыбы и не сделал. Так, выходим спокойно, он дал задний ход. Да он такой резкий задний ход, и... Там и два преступника, я не успел. Так, хорошо, погнали. Самый эпик начинается, погоня. Ребята по тачкам, и прям за ним. Вот такой резкий разворот. Окейшки, погнали, сейчас будет жара. Так, нам нужна вертушка. Диспетчер, нам нужна вертушка. Уже стемнело, я ничего не вижу. Ничего, он как проехал быстренько. Так, приехал скорая помощь.
вытаскивали по ходу армейцы. Слушайте, реально быстро уехал. Ну-ка, сделаем дрифт. Нет, дрифт у нас не работает. Но реально по кругу дрифтует. Жесть, там видел два преступника. Мужик и баба прям. Так, ну жесть, вот две вертушки, еще три вертушки. Три вертушки и ни одного копа на земле, кроме нас. Так, ну что, открываем огонь. Наверное, просто нужно попасть хорошенько в колесо. И тогда он... Какая интересная скорость. Хорошо, я открываю уже огонь прям по колесам. Всего лишь... Ох, да, красиво попал. Он закрутился, но все-таки ребята гораздо умнее. Они просто реально стоят на месте. Ой, вот так. Ну, реально, просто попадаемся. Какой-то, походу, Ниссанчик. Очень похож на Ниссан. Он поехал в другую сторону, но погнали в другую сторону. Вот это будет покатушки. Покатушки вокруг тюрьмы. Ребята заблокировали, в принципе, очень-очень удачно. Прям задницам. Ну-ка, вытаскивай свою. Свою задницу вытаскивай. Жесть, что происходит? Ребят, ну-ка, вы реально выйти уже. Так, мы выходим уже. Ну-ка, руки в гору. Монстр-боек. О, так сказал. Прикольно. Но я даже открою огонь, конечно, по колесам. Прям по колесам. Там уж задних колес нет. Пускай приезжает. Вот такую уже подозреваемую у нас. И прям по фарам задним. Нормально. Красиво освещает. Просто обалденно смотрится. Хорошо, друзья, погнали прям по встречке. То есть мы поедем в другую сторону. И сто пудов он будет там, я надеюсь. Будем надеяться. Будем все-таки надеяться. Можно заблокировать, по идее, взять уже автомат. И кажется, он едет в нашу сторону. Ох, друзья, ну держись. Да, он едет, кажется. Кажется, едет. Я вижу. А уже берем автомат. И мы настоящий коп уже заблокировали дорогу. И вот наш преступник, друзья. Можно было взять даже пулемет. Ну что, открываем огонь уже. Реально просто потались. Я не хочу никого убивать. Я просто хочу тачку вывести из строя. Он тормознул, что ли? Он испугался. Оружие есть? Оружия нет. И ребята вдогонку. Ну, главное, я остановил тачку. Это круто. Садимся в тачку и погнали. Ребята, как он там сидится? Их реально там видно. Ну что, погнали. Так, не секундочку, это один преступник. Сделаем задний ход и... Пардон, это было жестко. Это был просто пассажир, и мы как-то жестко его сбили. Но он живой, все в порядке. О, ребята освещаются. Круто. Так, руки в гору. Какие у тебя элегантные колготки и сапожки. Всегда преступники такие у нас элегантные и модные. Как я заметил. Так, мы взяли преступника, а походу у нас самый главный преступник. Они его взяли уже. Да, вертушки уезжают. А красотка, тебя походу придется уже, наверное, код 2 вызывать. Сейчас приедет патрульная машинка и тебя заберет. Так, ну что, садимся, погнали дальше. У нас ночные погони продолжаются. Самый эпик начинается. Ну что у нас? О, друзья, перестрелочка прямо на трассе. Конечно, подтверждаем. И погнали. Кажется, мое колесо маленько в сторону смотрит. Не будем чинить, все более реалистично будет. Ах, там перестрелка. Давненько я ждал перестрелочки. У нас был танк, у нас сегодня, конечно, будет перестрелка. И, в принципе, доджи справляется. Можно было даже дрифт, наверное, и маленько подрифтить. Так, в левую сторону едет. Хорошо, спокойно выйдем, не буду я уже ехать по кустам. Спокойно выйдем на трассу, вот тут уже. Надеюсь, он... Так, не заметил тачку, слишком много тачек. Эх, откроется. Нет, не откроется. И мы выезжаем прямо на трассу. Довольно эпично будем выезжать. Вот таким макаром. Ну-ка, давай, красиво. Ух, да. Это полицейский патруль. Нормально. Красиво выехали. И преступник прямо перед нами. Ну что, у нас код. Код один. И, ребята, я уже на трассе. Так, давай-ка вертушку. Мне, пожалуйста, вертушку. Мы подъедем к преступнику и откроем огонь. Жалко, у нас нет бронебойни. Можно было реально тачку вести из строя. Они выходят, и перестрелка начинается. Так, вертушка спускается, ведется уже наблюдение. Крутое наблюдение, и мы уже подъезжаем к преступнику. Походу, он съехал с обочины. Секундочку, я не понял. А это что ли тачка? Это преступники. Хороший выстрел. Красавец просто. Так, руки в гору. Полицейский патруль. Живучий какой. Нормально. Возьмем дробовичок, уже залезем наверх. Это полицейский патруль. Ребята, что вы испугались-то? Убежали. Нормально. Хорошо, вызовем скорую помощь. Ну, это было красиво. Один выстрел, и тут была перестрелка. Неплохо, хорошо, садимся в тачку, погнались дальше. Что у нас есть еще? Диспетчер, выключим сиренки. Хотя у нас даже отключается сирена вот таким макаром. Можно просто сирену отключить. А мигание останется. Скорая помощь. Сейчас ребята вытащат, наверное, из машины. Будет, наверное, искусственное дыхание. В рот, и... Ничего у них не получится. Потому что полицейский патруль работает очень хорошо. Хорошо, диспетчер, что у нас есть? Угон байка полицейского.
Ну да, он так присел на корточки. Даже две тачки. Нормально, ребята, работают. Нет, нам нужно что-то другое. Нам нужно реально кое-что погоним, перестрелки. И я ищу это. Так, угон тюремного автобуса. Это прям в городе. А это слишком далеко. Так, полицейский байк. Нам нужно реально угон байка. Снова. Как у нас слишком много угон байка. Так, ну хорошо, выйдем, наверное, лучшим сиренки. Я заплатил механику 100 баксов. Нормально, чтобы нашу тачку починили. Можно, в принципе, тачку починить, и уже будет у нас фара. Ну, в принципе, да, хорошо, мы починим нашу тачку и продолжим. Так, профиксим. О, так уже освещается, красиво едем. Можно отвезти в тюрьму, в принципе, тут недалеко. И продолжить наш патруль, если ничто не будет интересно. О, перестрелка. Не, бросаем, конечно, это дело. Идем разворот, резкий разворот, полицейские погнали. У нас там снова перестрелка. Особо опасные преступники прямо по ту сторону, возле трассы. Вас понял, вызываем вертушку. Так, уже доступно. Ребята, еду к вам. Так, пока что без движения, нужно, наверное, распуститься прямо тут. Ух, вот это лихач, нормально. Вот это промчался. Так, вертушка приземлилась, вижу. И ведет преступника, кажется, утирает. Сейчас накажем его. Так, ребят, маленько в сторону, а мы не промчимся. Нужно выходить на встречку. Сейчас где-нибудь найдет лазечку, несколько узком. Узенько там дальше, в принципе, есть. Сейчас сделаем такой резкий поворот и ручником. Вот так эпично. И прям открываем огонь. Ух ты, да. Почему не открывал огонь, не понимаю. Там реально дробовик? Нет, не дробовик. Так, нужно заблокировать. Так, блокируем. Так, выходим. Перестрелка начинается. Ребята, полицейский патруль. Это перестрелка. Кого-то убили уже. Да, походу двоих убили. Нет, он остался живой. Нет, походу мертв. Мы справились в одного. Сколько бабла там. И, конечно же, патрончики есть. Это дело соберем и, конечно, вызываем скорую помощь. Ребята с вами уже справятся. Как тема круто. Хорошо, садимся в тачку, у нас два преступника. И реально, ребята смотрят, как работает полицейский патруль. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще? Дай-ка мне свежее задание. Свежее задание у нас угон автомобиля. Я не вижу его на карте. Нет, давай-ка другое. Так, у нас были гонки, они тоже не видны были. Так, сирена отключим, наверное, поедем нашу в город. И посмотрим, что у нас в городе происходит. Ох, снова перестрелка. У нас сегодня прям что-то типичный. Погнали. Так, включаем сирены и прям на холмике. Хорошо, в принципе, дубль 2. И прям на этом же месте мы подлетаем. Ох ты да, полицейский патруль и прям кверх ногами. Нормально, тачку повредили. Так, там вижу два преступника, точно есть. В тачке два преступника, мне кажется, чтобы там был фургончик. Фургончик довольно так смотрится, я вижу снизу. Ну что, спускаемся. Нужно найти ним такой резкий обрыв и реально слететь с него. А ну, ребята, держись. Сейчас полицейский патруль слетает прямо на дерево. Они нормально промчались. Маленько разверну. Вот и да. Походу там был камень. Хорошо, у нас, походу, преступники прямо вокруг тюрьмы. Сегодня прямо это место у нас слишком как-то внимание не обделяет. Так, ну что, подъезжаем. Кажется, на нашу сторону едет. Ребята, я уже подъезжаю. Ребята застряли, они съехали. Так, вас понял. И прям вон вижу преступника. Вызываем, наверное, вертушку. Одну вертушку, ребята. И я веду преступника. Ух ты, да. Полицейский патруль сегодня, походу, у нас просто летает. Прям на колеса, в принципе, тоже справляется. Реально, машина очень массовая. И справляется даже с автобусом, если не остановили. Так, ну что, преступника вижу. У нас там очень опасные преступники. Вооружены и опасны. Будем стрелять по колесам сперва. Потом, конечно, преступников. Так, я не пойму, что у нас там находится. Ребята едут, походу, вам все понятно. Так, пока у нас нет перестрелки, но я, в принципе, готов сразу отстреливаться. Ух ты да! О, как он вылетел! Так, он, походу, еще живой остался. Он снят. Этот снят и уже болтается. Так, сколько там преступников, с ума сойти. Жесть, походу, на встречку выехали. Вот почему, друзья, нельзя. У нас преступник остался. Ребята, нужен диспетчер же. Дай-ка мне парочку. Что происходит? Ребята сегодня какие-то безумные. Так, есть уже патрульные машины, и, походу, их уже берут. Сейчас подъедем. Нет, они не промчались. Ну-ка, давай по встречке. Сейчас прибавим скорость, ребята. Ну-ка, держись там за заднее сиденье. Сейчас едем на таран. Ох ты да. Вот это погоня. Вот это называю погоня. Видно, бампер слетел уже. Походу, мой бампер. Так, выходим. Так, уже берем, наверное, автомат. Какого черта автомат? Берем уже дробовик. Дробовичок хороший, нас уже просто прессует. Так, уже выкрутим. Не тех убил. Нормально. Это просто шальная пуля. Ребята, в погоню уже. Там у нас по ней один преступник, а его уже взяли. Взяли преступника, так что преследуем остальных. Там, походу, осталось два преступника. Сейчас догоним. У нас уже скоро утро наступает. Так, да не вижу. Так, вижу фургончик и выходит, ребята. Так, я прям, кажется,
в бедро попал. Все, ребята, выходим. Они уже все вышли. И, конечно, берем. Ты мертвый. Сразу мертвый. Этот мертвый. Я не вижу никого больше. Извини, чувак. Ты, походу, просто меня целился. И он мертвый у нас, друзья. Ну что, вызываем, наверное, скорую помощь, конечно же. И, в принципе, ребята, сегодня мы закончим нашу смену и уже продолжим следующую серию. Ну а с вами был Спикер, и увидимся. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока. Set myself free.